Это просто невероятно, но герой манги стал настоящим участником сборной Аргентины по волейболу. Сюжет у манги про волейбол капитан японского клуба Сейджа Айкава Тору решает перейти играть в аргентинский клуб. Казалось бы, это просто выдумка, но как бы не так. Настоящая аргентинская волейбольная команда приняла его в свой состав. Об этом стало известно в их официальном твиттере, где был размещен снимок команды с уже вступившим в нее Айкавой. Также тренер и участники команды записали видео, где официально поздравили нового игрока.